С вами Евгений Анатольевич Геймс. И сегодня у нас наконец-то долгожданный анбоксинг. Заставка поехала. Итак, как вы видели, тот заказ очень большой. И он у меня уже приехал. Посмотрите, но... Мне кажется, инфекция из Китая и на этот заказ подействовала. Так, ну ладно. Анбоксинский меч! Анбоксинский меч! Секундочку. Опа. А. О, анбоксинский меч. По-моему, неплохо. Давайте достанем и посмотрим, что это у нас тут. Хуйня какая-то, в общем. И за это я заплатил порядка 700 баксов. Но я хочу сказать своему... В общем, никому. Пока что 1xbet рекламу не покупает у меня. Ну, в общем, с вами был Евгений Анатольевич Геймс. Всем спасибо и пока!